Всем привет, доброго времени. Хотели выгнать машину из гаража, закончили ремонт, но у нас этого не получилось. Случилась беда, сейчас я вам покажу какая. Машина троила, холостых не было, не мог я разобраться и понять, в чем беда. Видите, как плохо заводится. И опять не завелась. Ну что же она так у вас там? О! Смотрите, ребята. Это поломка манопрыска нижней прокладки. Шевелите, шевелите. Оп, и все. Воздух подсасывает отсюда. Троение, пержение, большой расход. И все остальное. Вот, обороты плавают, она троит, она вернулась. Вот это вот нижняя прокладочка. Ее нужно поменять. У меня есть бэушная, сейчас мы ее и поставим туда. Вау! Звук, слышите, какой сразу изменяется? Подсос воздуха и работа двигателя сразу. Он начинает глохнуть. Вот так вот проверяется прокладка монопрыска. Ладно, глушите. Смотрите, чтобы поменять прокладку под монопрыском, нам надо снять первое гофру, второе открутить крышку с монопрыска. Смотрите, вы сняли крышку с монопрыска, и у вас открываются вот они, 4 болтика под шестигранник. Их надо... Ой, тут под звездочку даже стоит шестигря. А, звездочка это датчик. Вот они, шестигранник. Все правильно я сказал. Ты уже начал сам удивляться. Думаю, что кто там уже повставлял. Ладно, откручиваем. Смотрите, вы открутили вот эти 4 болта. Не старайтесь тянуть его вверх. Оторвать от прокладки. Возьмите его вот так вот в две руки. Одной рукой с этой стороны, второй рукой с этой стороны. И просто проверните в любую из сторон. Он сойдет. Вот, это в моем случае, вот так вот целиком, вот она прокладка внизу остается. Сейчас я отсоединю трубки, провода, чтобы его просто убрать в сторону и уберу. Смотрите, что здесь, кто-то тут ее уже менял, тут герметика полтонны, блин, как всегда. Наши, блин, любители этот герметик засунуть во все дыры. Лучше промолчу, куда его засунули. Короче, сейчас очищаю и буду ставить другую бэушную. Смотрите, а ну-ка потяните ее здесь аж, покажем. Во, видите, как она оторвалась? Зачетно прям. Ну, такие вот. Пироги. Вареники, я бы сказал. Ладно, ее мы отбрасываем. Здесь резинка. Резинка мертвая. И теперь снимаем с этого моника эту байдовину. Ну что, ребята, смотрите, эта прокладочка у нас целенькая, не порванная, вот, но старенькая тоже, ее уже потрепала жизнь. Прокладка здесь у меня рассохлась, куска не было. Сейчас мы сюда поставим прокладку, ту, которая стояла там, потому что она целая, вот, еще хоть как-то резиновая. Ну, знали бы, конечно, бы взяли бы резиновое кольцо в магазине, подобрали бы сюда и все, и оно бы стало. А сейчас придется сажать ее на герметик, вот, потому что здесь тоже вот кусочка нету, чтобы здесь ничего не подсасывало. Но не на тонну герметика, слегонца намазали и все, резинка все сдержит. Не вставляйте пока. Вот видите, герметик тоненький слой я сюда нанес. Максимально тоненький, чтобы его меньше куда выдавливало. Даю ему немножечко подстынуть, чтобы он тут вот схватился. И буду прикручивать туда. И все. Не надо сюда тонну намазывать герметика, чтобы он его выдавило во все коллектора. И потом он в поршнях скакал, как попрыгунчик. Смотрите, как стоит прокладка моновпрыска. Вот этими отверстиями к моторному щиту. Этим сюда.
если кто-то задумается, как ее правильно ставить. Видите, герметик. Совсем чуть-чуть. Его нигде у меня не выдавило. Это называется нормальный слой герметика. Если вы его туда мажете. Но если была новая резиночка, то его туда мазать не нужно. Так же, как и на верхнюю часть моновпрыска. Здесь резина. Она прижмется. Ну а дальше вы собираете все так же, как и разбирали, только в обратном порядке. Всем добра, всем пока!